Друзья, знаете, что такое записывать видео с третьего дубля? Первый дубль. Остановилась камера, и я не увидел о том, что она установилась, поэтому никогда не покупайте камеры, у которых нет поворотных экранов. Второй дубль. Это тогда, когда я записал снова, точнее, она остановилась, соответственно, с батарейкой, с пропавшей батарейкой, то есть с севшей батарейкой. Я вставил новую батарейку, распаковал, рассказал о товаре вам. Все, что я хотел рассказать об этом товаре, представляете, с этим всем запалом, скажем так, со всем желанием. И потом обнаружил, что записалась только видеодорожка, но не записался звук, потому что при замене аккумулятора какие-то настройки сбросились и запретили автоматическую запись звука. Ну что ж, давайте попробуем третий раз. Это новое видео на канале Gadget Mania. Ставь за старание лайк прямо с самого начала. Мы начинаем, поехали! Сегодня я вам расскажу о уникальном товаре из Китая. Это универсальный магнитный кабель для любого из ваших устройств. Почему для любого? Ну, потому что в комплекте вы сможете найти три специальные магнитные насадки. Неважно, какой смартфон у вас, iPhone, Android или смартфон, в котором присутствует современный разъем USB Type-C. Любой из этих смартфонов вы сможете заряжать с помощью вот этого магнитного кабеля, который, мне рассказываю, пришел в течение 2 недель почтой EMS. Все ссылки на товары, на продавца, которого я рекомендую, будут в описании под этим видео. И я это видео, действительно, на это видео возлагаю большие надежды. Почему, расскажу прямо сейчас. У меня есть знакомый, точнее хороший товарищ Александр Мардынский, тоже видеоблогер. Примерно 1,5 года назад он снял именно такое же видео о магнитном кабеле из Китая. Ничего уникального он в этом видео не рассказал, но это видео ближется к 1 миллиону просмотров. Это самое просматриваемое видео на его канале. Я не то чтобы хотел бы так же хайпануть немножечко, но мне на самом деле стало обидно. И я решил проверить, лояльна ли у меня аудитория. Сможете ли вы репостнуть во все свои социальные сети данный видеоролик, только потому что вы можете это сделать. Я вас очень об этом прошу. Напишите комментарий любой, можете просто смайлик поставить, можете просто плюсик, и я действительно пойму, что вы у меня есть, именно те люди, которые смотрят мои видео из раза в раз, когда они будут, соответственно, когда они выходят. Если вы это сделаете, то видео наберет много просмотров. Денег я с этого много, конечно, не заработаю, но мне будет морально действительно легче, потому что именно моя распаковка данного магнитного кабеля будет конкурировать с Сашиным. Почта Китая, 2 недели, все приехало. Фирма у нас «Гараж». Как это ни странно, не смешно звучит, на самом деле китайская фирма «Гараж», на английском здесь написано «Гараз», но «Гараж», «Гора», «Гора», «С» не читается. В общем, поправьте меня в комментариях, метровый кабель в матерчатой оплетке, 5 вольт, 2,1 ампер у нас, соответственно, технические характеристики у этого кабеля. Я, конечно же, уже его открывал. Я, конечно же, уже сорвал с него все девственные наклеечки, всевозможные штучки. И я убедился, что действительно можно рассказать и постараться записать в третий раз, третью попытку распаковки данного кабеля и, можно сказать, обзора, потому что еще говорить об этом кабеле. Но сейчас я еще раз это все вам озвучу. Перед нами магнитный USB кабель. Почему магнитный? Ну, потому что это удобно. На самом деле устройства, которые заряжаются с помощью таких кабелей, меньше падают, потому что магнит отсоединяется, и ваше устройство не падает со стола, даже если вы тронули свой провод. Это удобно, потому что ваш USB или какой-то там Lightning коннектор не раздалбливается со временем, и вы не несете свое устройство в ремонт. Это удобно, потому что это удобно, это потому что современно. В комплекте вы найдете вот такие три насадки. Это действительно более усовершенствованный магнитный кабель, он держит лучше, у него магнит круче. И вот такие три специальные насадочки. Сейчас одна из них у меня вставлена уже в мой iPhone. Можете видеть, я вам покажу, как это все дело соединяется. И еще две у нас, чуть побольше, это micro-USB. Точнее, это USB Type-C и micro-USB ровно посерединке. И вот такой вот кабелечек сам. Он металлический, он магнитный, компании «Гараж». И что же мы получаем? А мы получаем вот такое. При этом надо какие-то усилия, то есть это все действительно хорошо смотрится. Будет ли это заряжать? Ну, вы видите все прямо сейчас на экране в подсъемке. Я, конечно же, посмотрю. Здесь у нас есть вот такой вот небольшой светодиодик, который, скорее всего, будет показывать красным, когда заряжает, зеленым, когда зарядил. И это действительно удобно. Магнитный, прочный,
все, что нужно знать о этом магнитном кабеле. В общем, давайте посоревнуемся с Сашей Мордынским. Обязательно ставь лайк, делись этим видео в своих социальных сетях, проходи по ссылкам в описании, чтобы заказать себе точно такой же кабель. Конечно же, смотри другие мои видеообзоры, в том числе обзоры на интересные современные смартфоны. Если это видео выйдет до 12 сентября, то я вас приглашаю именно 12 сентября в 19:00 на презентацию. Точнее, я буду вести стрим вместе с Александром, кстати, Мордынским, о презентации компании Apple, где нам, скорее всего, покажут новые айфоны, и в том числе новый iPhone 8. Приходите, будет интересно. Все подробности в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.